Дмитрий Медведев сегодня встретился с финалистами международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В этом году он проводился по 4 номинациям. Темами фотографий стали глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология. Премьер-министр отметил опасность профессии, высокий профессионализм работ конкурсантов. А также поздравил с юбилеем информационное агентство «Россия сегодня», которое проводит фотосостязания. Конкурс имени Андрея Стенина был учрежден в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины. По словам гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева, с каждым годом все больше участников присылают свои работы для участия в конкурсе. Мы понимаем, насколько сложной вообще является профессия фотожурналиста. Даже при современном развитии техники и многих других моментов, это, что скрывать, рисковая профессия. Именно поэтому наш конкурс посвящен вашему погибшему коллеге, который до конца исполнял свой долг, работая в весьма сложных условиях в Донбассе, проявляя самые высокие качества профессиональной фотожурналистики. Импульсом для этого конкурса стало трагическое событие – потеря нашего друга и коллеги, выдающегося фотожурналиста, и, кстати, фотожурналиста, который писал блестящие тексты в Донбассе при исполнении редакционного задания. Но мы постарались таким образом увековечить имя Андрея, и сейчас это единственный международный профессиональный конкурс для молодых журналистов, которые вступают на вот это трудное поприще. И в этом году в этом конкурсе приняли участие уже 6000 человек из 77 стран.